Всем привет-привет! Мы немножко пропали, да, Кирюш? Потому что заболел Кирюшка у нас. Довольно сильно затемпературил. Температура поднималась даже до 39,3. Был такой самый пик. И сейчас очень сильно кашляет. Поэтому, сами понимаете, у нас совершенно не до съемок. Практически постоянно без настроения. Уже развлекаю как могу. Сидим, едим самостоятельно. Иначе вообще никак не едим, просто орем. Решила наконец-то уже поздороваться и выложить, немножко поснимать для вас, выложить ролик. Сама, честно говоря, уже и соскучилась. А потом, когда делаешь большой перерыв, уже как-то пропадает и настрой, и вообще не знаешь, что снимать, о чем говорить. Поэтому надеюсь, что мы уже на этапе выздоровления. Очень-очень на это надеюсь. Правда, сыночек. Вот. Поэтому пора браться за камеру и начинать немножечко снимать. Всем приятного аппетита. И нам тоже. Мы тоже сели перекусить. Покушал, да. Сейчас за собой скажи, убираю все. Ну-ка покажи, сынок, как ты убираешь. Только что убирал. Сыночка, ну давай, вытирай столик. Кирюш. Давай, Кирюш. Лучше не трогай. А лучше не трогай. Сына, фу. Это нельзя кушать. Вытирай стол. Ну, болезнь болезнью, а обед по расписанию. Ужин никто не отменял. Поэтому сегодня буду готовить драники из кабачков. У меня есть три вот таких вот кабачка, они уже почищены. Сейчас я их разрежу. Из тех, у которых есть вот такие вот крупные семечки, я их вытащу. У которых нет, оставлю. И все это потру на терке. Добавлю туда также лук тоже на терке. Немного муки, яйцо, соль. И все это буду жарить. Давайте приготовим их вместе. Итак, вот что у меня получилось. Я отжала эту массу. Вот столько в ней сока. Ну, это уже выбирать не стала. Здесь получилось 2,5 кабачка, 1,5 луковицы, 3 ложки муки, 2 яйца, потому что они у меня небольшие. Посолила. Сейчас буду все это перемешивать. По идее, сюда должна еще добавиться сметана, но у меня сметаны нет. В общем, посмотрю. Если будет не хватать по консистенции чего-то, то я, возможно, добавлю ложку майонеза. Посмотрим. Сейчас перемешаю, и можно будет все это жарить. Разумеется, лишнюю жидкость опять буду оставлять в чеплашке, чтобы на сковородку она не попадала. Итак, первая порция уже на сковородке. Так, когда немножко начинают оладушки зажариваться, мы их проверяем. Так, думаю, что нужно уже переворачивать. Слишком большие делать не нужно, потому что они начнут разваливаться. У них очень мало муки. Практически это жареный кабачок. Так, на камеру снимать неудобно. На заднем плане ассистенты контролируют процесс. Так, как оладушки? Вкусно. У меня уже тут сразу все поедается, ничего не остается. Выкладываю на салфеточку, чтобы лишнее масло все стекало, впитывалось. Жарить на сухую так себе, мне не нравится, поэтому делаю таким образом. Не только в Анапе нашествие божьих коровок. Да. У нас уже вторая бегает. Откуда приехали? Третья. Не знаю, третья? Третья, да. Наверное, с укропчиком. Так, товарищ сегодня с утра уже не в духе. Да, малыш? У нас уже второй день. В один день мы не уложились. Собираю его на прогулку. Сейчас пойду с бабулей немножко погуляю, да, сынок? Ох ты. Ну, в общем, пошли мы делать дела. День четвертый.
или пятый. Точно не помню. Ну, в общем, варю сырный супчик. Продолжаем мы все болеть. Заболели уже мы с Сашулей. Вдохаем. Но держимся, скажем так. Деваться некуда, нужно что-то кушать. Позавчера он готовил плов. 2 дня ели. Сегодня моя очередь. Решила приготовить сырный суп. В общем, дела так себе. Как-то что-то мы никак не поправимся. Не сказать, что совсем плохо себя чувствуем, но и некомфортно. В общем, такой какой-то невеселый влог, но все-таки я его сейчас смонтирую. Он будет не длинный, но пусть будет для тех, кто интересуется, что с нами, почему нас нет на канале. Вот. Все-таки я надеюсь, что мы идем на поправку. Ну, мы заболели все по очереди, постепенно. Не все болеем сразу и долго. Но суть в том, что лето... Вот так вот. Лето, жара, и мы как-то так себе испортили все лето. И теперь, дай бог, скорее поправиться для того, чтобы успеть еще понаслаждаться теплыми деньками. Кирюха у нас кашляет, но у него перестала подниматься температура, и кашель такой очень продуктивный, мокрот, и главное, чтобы теперь он все это откашлял. Вот. А мы с Сашулей как раз, наверное, на таком пике, хотя температуры тоже нет, но очень сильно кашляем. Хотелось бы скорее тоже закончить этот этап. Попутно, конечно, делаем кое-какие дела, маринуем огурчики, пока больше ничего не делали. Надо собрать вишню, но никаких сил на собирание нет. Надеюсь, что через парочку деньков все-таки мы выздоровеем. Я так полагаю, что это все-таки простуда. Хотя супруг мой как-то так не так в этом уверен. Ну ладно, все будет хорошо. Поэтому не теряйте нас. Постараюсь уже собраться с мыслями и выйти на канал с позитивом. Желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения и теплых летних деньков. Пока-пока. Мне кажется, я вообще о вас ничего не знаю. Расскажите мне об Остроумии. Молодец!